Члены участковых избирательных комиссий совместно с МФЦ проинформируют люберчан о предстоящих выборах президента. Несколько агитационных групп совершат поквартирный обход жителей с 12 февраля по 12 марта. Их цель – сообщить избирателям о дате и времени голосования, об адресах избирательных участков, а также о порядке голосования по месту нахождения. Члены УИК проинформируют избирателей о выборах президента. В администрации прошло трехдневное обучение членов консультационных групп правилам поквартирного обхода, а также новой программе «Мобильный избиратель», благодаря которой каждый сможет проголосовать по месту нахождения. Избиратели, которые не смогут по месту жительства 18 марта принять участие на своих избирательных участках, соответственно, они могут заблаговременно выбрать избирательный участок и, соответственно, выполнить свои конституционные права. Для этого необходимо заполнить заявление на портале госуслуг или в любом отделе МФЦ. Это удобно для тех избирателей, кто проживает в одном городе, а прописан в другом, или в день выборов будет находиться в командировке или отпуске. Также члены консультационных групп помогут разобраться в других вопросах. Уточнить списки избирателей, да, понять, какой адрес, кто где прописан, сказать избирателю, где он голосует, подсказать, напомнить об этом. А также, если вдруг действительно какой-то избиратель, у него проблемы со здоровьем, то организовать процедуру голосования на дому. Они приходят с листовками, с буклетами, в определенных одеждах, то есть на них там варежки специальные, где написано красиво там выборы. С этими листовочками они рассказывают, что нужно сделать для того, чтобы проголосовать. И это не агитация, это просто консультация. На данный момент в МФЦ зарегистрированы 456 человек, которые будут консультировать жителей о предстоящих выборах. Всего в Люберецком городском округе 165 избирательных комиссий, одна из которых временная. Напомним, выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта. Даниил Михайлов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.